Приветствую, ребята! Сегодня мы опять будем проходить игру под названием Pizza Tower. В прошлой серии мы прошли линчевателя, или же самого бесящего босса в Pizza Tower. Но сегодня я пройду уровень потрачено, Мираж Салун, Дибдиш 9. Ну и в бонус пройду либо Гномий Лес, либо уровень с пиратами, либо Гольф. Ладно, ребята, начнем. Потрачено. Первый уровень. Вот и потрачено. Так, это зашибись просто. О. Так. Это что? Это что такое? Это что, трупы? Ёптой. Охрененно. Это... О, я стал призраком, зашибись. Так, а где грибок? А гриб-то где? Я куда гриб... А куда гриб-то делся? Блин. Я ж не могу вернуться. Пипец. Перезапускать придется. Так, а тут наверняка будет на второй круг. Не зря же это место расположено. Вот я не понимаю, почему на этих трупах надо кататься. О, как же я его тут сразу не заметил. Так, катаем. Нахер? И что мне с таким делать? О, я знаю. Понял. Проходить я, то есть, получается, не могу. Но что могу проходить через вот эти препятствия? А тут что? Не, ничего. Так. О, выджон. Это еще что? Это что за местные дерьмодемоны? О, Джером. Охрененно бомбанули. Выйти я не могу. Папа, ты. Отлично, просто. Бан. Разрубили. Твои-то. Ну не вовремя вы вылезли. Так, ну вон. Где Джон? Блин, а я забыл, без перчика я не могу ничего сделать. Вот теперь могу. Баном. Это еще что? Так, мне нужно максимальное количество перчиков. А то это как-то уж не то. Так, отлично. Максимал. А вот и я, блин. Ну чё, пацаны, прощайтесь с жизнью.
Ой, ну чего? Так. Зашибись, это я снял. Так. Блин. Скоро-то конец уровня уже, пацаны. И туда? А, туда мы пойдем во время пиццетайма. Угу. Стоп. В прошлый раз там был Джером. А мы его не спасли. Пипец. Ну как там не убирать себе? Ладно. Придется нам полетать. И бан. Довольно похвально. Ой, призрак. Так, его нам надо избегать. Нет уж. Идите. Нафиг. Да как его избежать-то? Это невозможно. Да только не по идиот. Наконец-то, блин. Да не туда. Да дебилоид. Да не туда, дебил ты. Вот тот, кто меня больше всего бесит, это призрак Джона. Он больше всего меня будет выбешивать. Потому что он в прямом смысле ада. Ад в физическом выполнении. Охрененно. Опа. Вот и он, а. Нет. Да ты! Как назло. Давай быстрее, дебил. Дебил, давай быстрее. Призрак. Давай, ну господи, ну давай, беги нафиг. Беги ты, господи. Ложь достижения получил. Зубис тут без тюргов. Так пох уже. Так, вон тут призрачная. Нам надо пробить. Быстрее на трупок. На трупиках. На трупиках давайте. Давайте на трупиках просто. Отлично. Мы в конце. Мы как раз таки здесь, к чертям собачьим. Давайте. Yes, просто. Я уже не могу, алло. Я реально не могу. Просто. Это пипец. Призрака Джона, к сожалению, я не смог избежать. Ну как тут его избежать-то? Следующий это Мираж Салун. Находится он буквально. Вон тут. Возьмем-ка, пожалуй, плохие косташки и нафиг. А, это фастфуд салон. Мираж, блин. Перепутал немного. Ладно, тогда фастфуд салон. Охрененно. Тут скачается. И да, ребят, к сожалению, нам придется кое-что сделать. Бэда, что ты...
Вот видите эти бутылки? Так вот. А да, и эти карты. Наша цель их добыть, ну и разбить. Что логично. Правда, есть один забавный факт. Если вы... О, топим. А вот и первая кнопка. Так. Успел просто. Отлично. Возьми. Нифига. Читарю. Быстрей. Фух. О, вот и бесплатный проход к этому топину. А, да, тут нужен сосисончик. Который находится... Блин. Который находится... Это, господи. Может, и нормально. Который находится здесь. Возьмем. И сразу прорываем. Так, бутылку мы разбили еще. Нет, это что, какое-то клише? Просто. Нормас. Взяли. Какого? Да ты... Я не буду, ты чё? Серьёзно? Тут был сосисон все это время. Ну, спасибо, блин. Ты есть еще и достижение. Не нажав ни одну кнопку-то. Один раз. А я ее просрал из-за какого-то идиотского способа. Из-за какого-то способа получения я ее просрал. Ничего. С меня-то достаточно. Вы меня вынудили. О, бутылку тут еще. О, глаз. Да ты, господи! Я не могу! Ты серьезно, что ли? Давай. Сваливаем. Наконец-то. Ключ там. Я просто сейчас к хренам сбежусь. Потому что это покатушки на сосиски. Нет, нет, нет. А, не догнал. Иди ты.
Так. Это даже сосиску поднять может. Отлично. А, тут находится у нас ананас. Так, ну карту мы должны получить. А точнее все раскрыть. Ой, сейчас, серьезно? Вы нормальные? На этих вентилях просто невозможно ничего сделать. Да ты господи! Не, ну надо мной издеваются. Да ты! Я просто не понимаю. Наконец-то. Джон, может я с тобой выпью? Так будет легче. Да хотя бы похуже. Просто... сейчас серьезно. Ну хотя бы путь к Джерому не забыл, очень тебя уже. Чего выпучил? Свои глазищи, блин. Весь кошелек забери. Испортил. Опа. Вот как мне тут? Вот тут-то. Понял, в чем дело. Отлично. Возьмем сокровище. А вот это сокровище в япончика. Ну ладно. Кушать немного педофила. Стоп. Карты. Зашибись. Выломали. На втором круге я бутылки ломать не буду, потому что ну нахер. Так, мне жалко как можно скорее. А, можно и так. Ну ладно. Ну а теперь к выходу быстро. Зашибись. Тык. Ну что ж, теперь погнали к этой скотине. Ну погнали проходить Дип Диш 9.
Да я уже и так земной. Да, тут $200 нужно, а нам не сможет хватать только $1, поэтому мы сходим, наверное, в угнанный лес. Потому что там тоже легче. Правда, какие там достиндосы. Так, ну что ж, погнали в Дибдюш 9. Вот, да, тут куча чилинтов. И все из них легкие. И первый заключается в том, что нам надо сломать все астероиды. Правда, есть один забавный факт. Есть еще один астероид. А именно при переходе на следующий уровень. Но мне... Так, ну мне еще даже придется... Воу. Так. НЛО... Уфуали, я вообще не буду. О! Как раз. За 6, блин. Так, если это сыр, то значит где-то я подзапамятовал. Хотя не подзапамятовал. Мне же надо вот это использовать. И что это у нас? Гриб! Отлично просто. Кстати, да, ребята, вспоминаем, нам надо сломать все астероиды, так что, то бишь, все до единого. Так что ломаем астероиды и не жалуемся. Ломаем кабину дуриком, как говорится. Охрененно, сломал кабину дуром. Дурикам, ёптай, дурик. Дуриком всем сломал кабину. А так уж, что сломал еще и самому себе кабину. Так. Это что? Я куда? На другую планету пошел? Да, это какая-то планета другая. Кстати, да, там буквально есть один момент. На одной из планет нам надо кое-что сделать. Даже тут эти астероиды присутствуют. Да ладно, это помидорка. Ладно, похоже. Только... один бокс. Воу! Стоп! Нет! Только... Твою мать! Только не это! Только не это! Ну просто... Это что за момент? Это вы... Вы издеваетесь? А, тут же должен быть еще и переход. Это не то, слава богу. А вот и он. Вы издеваетесь. А уже больше ничего не вернешь, блин. И что теперь тогда? Только... Похуже. Так, ребята, я подошел, но...
Правда, это не тот момент, который вы ожидали увидеть. Так, ну, сурок я достал. Ну и остальные метеоры разрушил. Да, они там тоже были. Да ты издеваешься. Смог выломать ракету, охрененно. Настолько рукожоп, что даже смог выломать. К счастью, это не тот момент, ребята. Но уже Романом надо все же достать. Здоров. Да. Такими темпами. Я смогу. Да! Смог! Мэн-метеор. Человек-метеор. Зашибись, блин. Смог! О! Ну а теперь остается разрушить все метеоры. Ну еще кое-что сделать. Если я, конечно, смогу. Только не один вопрос, а где сосиска? Ну или пепперони, ёпты. А ой, пепперони. Правда, нам еще не до него. Охрененно кабину выломал. Так, вот это следующая ракета. Вот эта ракета на следующую планету. Ну погнали просто. Ну реально, просто погнали. Да, этот метеор нам надо тоже было уничтожить. Для достижения, понимаете? Так, все топи нам нужны. Поэтому... Ай, блин. Не туда. Так быстро. Разрушаем сначала метеор. Затем добываем ананас и тут. О, нифига себе. Что я сделал? А вот и тот самый момент. Вот что ты... Надо будет запомнить расположение. И на досуге попытаться. Нет, ну вот как? Я думал, это легко будет. Но нет, я опять просрал шанс. Но зато метеор-то все разрушил. Опа. Так. О, вот и он. Этот метеор. Все, разрушили все. Отлично сработано, блин. И начинаю продолжим. Это что, наша ракета только что была? Пип! Твою мать! О! Хорошо, что не туда. Ты куда? На Луну? Быстрее, ну блин. А то Слица нафиг проснется, а нам пиздец будет. Давайте взлетаем, пацаны. Я понимаю, конечно. Но я хочу еще кое-зачем. Я что, зря Джерома добывал? Ни хрена себе, бутерброд с оливкой.
Походу, те, кто тут обитает... Походу, у Фуали вы настоящие каннибалы. Раз это готовят. Ну что ж, блин. Ну те, ребята. Этого нам не хватает. Просто супер, блин. Придется... Кстати, да. Сейчас проверю, что там у нас под этим досом. Он наверняка где-то рядом. Угу. Вот и гномий лес. Ага. Отбить все остальное. Разрушить все деревянные блоки. Давайте-ка пройдем гномий лес. Да, я безумный. Я безумный. Кстати, да. Таунт я ни хрена не использовал. Но сейчас буду. Все. Также деревья не забываем разрушать. Кстати, да, надо еще на втором кругу разрушить. Но этого я делать буквально не буду. Давай пули. Отлично, отбил. А ты куда пошел? Так, ну теперь все деревянные блоки надо ломать. И все, все достижения в этом лесу у нас получены. Кстати, да, и во время пиццетами нам придется сломать. Простите уж, такова суть ачивки. Ну, стоп, ты мне больше не нужен. Теперь могу тебя спокойно убить. Так, мне тоже это нужно. Ах ты ж... Вот же ж... Эти грибы как будто специально не дают пройти туда, куда нам нужно. Бан-бан-бан. Так, а тут нужен Джером. Но у нас его нету. Опа! А вот и Густаво и кирпич. Ну, зашибись. А это еще что? Это обучение? Серьезно? Обучение ради одного персонажа. Да могли бы просто поместить на отдельное, чтобы это не пришлось проходить снова и снова. Реально, МакПик, что за лажа? Такс. Охрененно. Все, прошли обучение. Теперь делаем то, что мы научились у бабушки пиццы. Это что еще сбыли? Охрененный гипноза. Это дешевая версия гипноза или что? Ну пошли нафиг. Да, в этом сочарованном лесу можно сразу потеряться. Но не... Это еще что? Ты кто? Понял тебя, старик. Идем как можно быстрее. Благо у него это идет очень медленно. Так что сможем успеть.
Ага, нам топпинг дают. Зашибись. То есть за это нам топпинг выдают. Ну да, я объяснял это в обзоре. Гриб, ты наркоман? Реально, а нахрена курить? И чуть не пропустил. Так, разрушаем. Опять. Да блин, это вообще чё? Это что за ошибка природы? Так, ладно, деревья нам не надо ломать. Ну, надо для ачивки. Но по сути, нам надо доставить этого старика. Если мы его не доставим, то топин не получим. О, да, как я уже говорил, у него... Таймер идет медленно. Так что мы сможем. О, глаз. Ты куда? Охрененно, блин. Да ну, не туда. Туда поебал. Да поебал. Да то ему. Только там что, Джон ебал? Охренеть, упал. А этот старик со мной, твою ж. Да я понимаю, доставки нужно доставить. Но нахрена ты со мной бегать? Тебе что, одному добраться сложно? На первый ранг, да, я не буду приходить, потому что это из синдрома мазохиста. Ну, те, которые уже прошли, Но тем, которые уже прошли, лично выдаю полные классы. Блин, а мы скоро проворонем. Так что быстрее доставляем, блин. Да где этот дом находится? Да! Получили сосиску. Сосиска самая сложная из всех. Потому что да. Не вовремя, блин. Не вовремя. О. Тут уже ананас будет. Ананас. Давай быстрее. Даже мистер Стик нам указывает, что надо лепетать именно туда. Быстрее ты, господи. Вот и особая анимация. Мышь особый.
валим. Просто валим куда-то. Валим подальше. Валим туда и быстрей. Да ты, господи. А да ты... Ну, теперь еще из пепины. Да! Доставили ананас. Теперь настало время. А, да, точно, эти же. Надо выломать. Так. Просто идем, куда глаза глядят. А, что такое, джерома, что я не добыл. На второй круг я идти не буду. Идем нафиг. Наконец. Просто. Да, блин. Ну, а теперь... Ну, а теперь третий босс. Безумно. Охренеть, я сошел с ума, пройдя 4 уровня за один видос. Это вообще как? Ладно, на досуге как-нибудь надо собрать из фанфарма. Ну вот, держи. Ну а теперь кто? Нифига, это чё вылезло? Ну а вот и босс. Босс этого места. Нойз. Или же Теодор Нойз. Здорово, блин. Это что за неожиданность? Пучи. Это что? Это... Ты чё творишь? Это что? Это что такое? Это какого? Это вообще... Это чё? Ты... Да, вот про это такое и говорил. Получи. Да какого? Это... Да короче, пофигу. Бан. Пепиныч. Давай, не волнуйся. Просто взбираем. Избираем. Бан. Пожоря. Пожоря офигевший. На. Благо, у нас за всего-то 4 жизни. Вот тебе хитрец. У него что, любой арсенал оружия есть. Еще чуть-чуть. На, просто. Погостик. Ну ладно, мы с ним сможем. И это уже... Так, вторая фаза пошла. Вторая фаза пошла. Ни хрена это чё? Да, правда, теперь особенности у Нойза будут гораздо жестче. На тебе просто. Просто бан. И вот. За Нойз, Нойз. Так, ребят, дошел. Дошел. Ой-ой. Сейчас у него будет. Я только... Так, дошел снова. Дошел снова. Так. Даже не вздумай. Так, пацаны, снова дошел. На этот раз надо не просрать. Опа, гостик. Сейчас надо по случайности. Так, зашибись. Снова. Бан просто. Просто бан.
Вот почему-то после скейта я не могу. Не знаю почему. Так, это фальшивка. Бан. Просто бан. Блин, я тут не успел уже. Ты такой... Ты чё? На этот раз атаки его дольше. Нет, тут я не успею. Да ты задолбался своим скейтом. Давай используй уже. Ну, Виджиланта, в отличие от Нойза, победить сложно из-за его таймингов и темпа. Но Нойза победить легче, потому что без револьвера. Правда, попыток можно кучу потратить, если не знать его атак. Но я уже научился. Нойзета, давай уводи его, а то он буйный слишком. Все, полученная ачивка. Это уже вторая ачивка за босса, которую я прошел честно. Да, мне пришлось на Виджиланта немного схитрить. Потому что, ну, бой с револьверами, это уже слишком. Это слишком уже. Все. Второй пиран. Ноль урона за 2 минуты. 44 секунды и 55 миллисекунд. Ну, сейчас я вам, ребята, покажу уровни 4-го этажа, которые мы наверняка будем проходить в следующей серии. После пиратского и гольфа. А, да, вот еще кто. Сноти. Этого представителя нельзя убивать. Ну, если вы... Ну, по случайности только. Нойз. Ты чё, куришь, ё-моё? Может, тебе рожу намылить? Или как? Так, сноти мы ни в коем случае не убиваем. А если случайно убьём, то всё. А вот и физератор. Проход к боссу. Кстати, да. Тут вот кое-что. Да, в третьем мире тоже есть секрет. И четвертый секрет, вот. Кафе Нойзеты. Кафе Нойзеты. Просто зашибись. И да, ребята, хочу я вам показать еще четвертый секрет. Но сейчас я вам покажу все остальные. Вот Пиг Сити. О, еще секрет. Мистер Машина. Что? Понял. Еще чуть-чуть. Так. Пиг Сити мы встретили. Далее у нас Пеппи Бот Фэктори. Следующий у нас уровень щит. О, щит. Или вот дерьмо. Ну и фрезератор, который вы видели. И вот вам достижение за боссов. Ну, вот точнее достижение. Есть еще секретные напи, но я этого не буду делать. Ну и то, что я вам обещал, ребята. Конечно. Секрет в третьем мире. А вот и он, ребята. И тут это страна пицца. И тут есть апгрейд клоун, который был вырезан. Ладно, ребята, на этом мы и закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосы. Пока.